Пришла здесь новая упаковочка из Китая. Сейчас посмотрим, что здесь. Это должны быть новые зеркала для моего кафе Райсера. Очень, кстати, купил дешево, только где-то возле 13 баксов они стоили. Ну, выглядят так очень, кстати, неплохо. Сейчас посмотрим вблизи. Не помятые ничего, все вроде хорошо, качество неплохое. Очень много всяких направляющих, чтобы корректировать угол. Можно так. Или так, здесь есть такой маятник, очень удобно. И анкерный болт под шестигранник. И второе зеркало. Сейчас пойдем мерить. Уже интересно, что это, или влезет нормально, или нет. Сейчас посмотрим. Мотоцикла, вот зеркала, и если вы видите, у меня с завода уже идет одно зеркало, вот оно прям-таки с завода, вот эмблема, но второго зеркала его просто нету, и оно будет стоить очень-очень дорого, где-то в районе 100 евро, может быть 150, плюс доставка, потому что такого у меня в стране не найти. Я решил заказать такие два, чтобы поставить и просто не париться, чтобы были одинаковые. Но есть проблемка. И это зеркало, оно просто сюда не залазит. Вот. Но здесь есть одна фишка. Если открутить вот эту штуку, сам болт анкерный, китайцы, они предусмотрели это все. И они как сделали? Они внутри, если видно, есть еще одна шайба, и я просто сейчас выну большую, оставлю маленькую, и по идее все прям должно подойти. Сейчас мы это проверим. Да, она идеально заходит. Сейчас проверим. Вот, можно сравнить по качеству это зеркало, это штатное и купленное. Вот, ну качество реально, конечно, отличается и очень сильно, потому что здесь вот сплошной металл, оно очень-очень прям там крепко держалось. Я уже один раз мотоцикл уронил на бок, видно, конечно, пошло. Здесь это просто пластмасса, вот эта штука, которая распирает, это пластмасса, то есть это типа закос под анкерный болт. Сейчас проверим, как оно, конечно, будет все держаться. Но зеркало меньше, конечно, намного. Ну, проверим. Короче говоря, сначала ничего не выходило. Но потом я просто распер сначала болт, засунул его, чтобы он уперся, и начал закручивать. И все-таки все закрутилось. Выглядит это дело. Я еще приложу фото где-то вот так. То есть, в принципе, неплохо, если смотреть, как было. То есть, было вот так вот. Ну, да, немножко, конечно, поменялось. Все-таки не завод. Ну, вообще, в общих чертах очень хорошо. Здесь все мат. Это тоже черное матовое. Цвета, в принципе, совпадают. То есть, все прям хорошо. Можно так для пафоса включить фонарь. Да, нихера здесь не видно. Только так будет. Выглядит, в принципе, круто. Насчет удобности не знаю, потому что еще не откатал. Нужно покататься. Ну, в принципе, все видно. Вот я сейчас покажу. Если вот так смотреть, вот как я. То есть, как раз вот этот уровень, где автомобили, можно все настроить. Да, они маленькие, но, в принципе, все видно. Нужно поездить, хотя бы посмотреть. Тогда
картина совпадет, картина будет видна еще лучше. Ну, в общих чертах неплохо. Я даже придумал один вариант, что делать можно с этим зеркалом. Это примерно, наверное, сделать вот это. Короче, вот так вот. Огонь.